Фух, всем привет, дорогие друзья! С вами я, Роблоксер Влад. И вот мы с этой девочкой в этом отеле. Фух! Переночевали, я только что проснулся, она нет. Фух! Хм. Какие хорошие виды! Я смог спастись от всех этих злодеев, от всех роботов. О, к нам пришли гости. Эй, а ты знаешь, что отсюда надо валить? Что? В каком смысле надо валить? Не, ну, все. Менеджер обезумел и закрылся дверь в отеле. Надо найти путь, как можно сбежать. Менеджер? Обезумел? Я не знаю, о чем он говорит, окей. Ладно, ну тут все и так ясно. Моя задача не собрать себе легкие, а просто так прыгать. Ауч! Так, это будет трудненько, наверное. Фух. И, конечно, может, менеджер этого отеля и есть тот самый злодей, который нас пытается... Наш джетпак времени стырить, который Тим изготовил для меня. Короче, ну я не разбираюсь ни в чем, но именно в этом отеле все пахнет подставой. Это подстава, точно, это какая-то подстава. Менеджер именно у этого отеля какой-то злой. Так. Ой. Ой. Так, и вот так-то. Так, так, так. И что нам делать? Ой, я не могу понять. Что нам тут надо делать, дорогие друзья? А, я видел! Можно подняться по этой фигне! Да это нереально. Так, будем действовать шустрее. Йо, я сам слетел.
Почему я так долго резаюсь? Будто над моим перцом реально какая-то... Операция проходит. Да ладно, дорогие друзья. Мы с этим справимся. Менеджер этого отеля нас... Так, и... Как? Не, ну вы просто поясните. О! Так, ну тут и так понятно, что нам делать. О, сколько времени мы на это убили. Так, и пока вода не наполнилась, мы... Ладно, дорогие друзья, мы тут прям зареспавнимся. Тут нельзя оставаться, а то у нас отжмут наш джетпак времени. Так, 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 так. Вау. Ауч. Нет, ну ты говнюк, ты сломал эту штуку, и потом еще и мне не дал пройти. Ай. Ладно, у меня просто, когда я зол, у меня просто такое... Говнюк. Ай! Ну, not bad, конечно же. Not bad. У нас дела просто nice. Ну да, конечно. Как тут пройти? Я знаю, как пройти. Надо взять скин миньона и там вот под этим пройти за миньона. Ух! Финалочка! Так, и куда нам? Ай. Короче, будем проходить. Будем проходить. А, зачем я повторил одну фразу два раза? Зараза! Моя цель не собирать тикеты, а просто... Валить отсюда. А-а-а! Ну и, конечно. Так. Походу, этот чувак менеджер этого отеля Хазбин. Не, ну тут лава. Как это ты назовешь? Помимо отеля Хазбин. Ладно.
Юху! Здешний менеджер, видимо, то ли договорился с этими, то ли это был какой-то тайный агент тех, кто хотели, те, кто хотят у меня эту фигню забрать. Либо это и есть один из тех. Ну, либо это просто какой-то дебил. Зем. А, ну типа вот столько в такой маленькой бочке находилось. Окей. Ай! Это было электричество. Только почему оно не жжется? Жжется лишь кислота. Так. Ну все. Да? Что это? Roblox Face. Я Роблоксер Влад. Йо! Ага. Ну, ёлки последние. Что это еще за... Какого я зацепился? Вы представляете, пяточкой? Ну, либо хитбокс моего персонажа слишком идеально вписывается под эту карту. Вот никаких таких особых анимаций я не ставил. Амма. Когда вы о, есть. Вау! Короче, едет. Он вообще едет или нет? Я не могу понять. Ай! Он не ехал! Чё? Окей. Без комментов. Не, ну вы лучше пишите комменты и ставьте свои царские лайкусы. И напишите в комментариях, как вы думаете, кто это мог быть бы. Какой злобный охотник. Какой-то злодей, короче. Йо, тут другой лифт. Ага. Ну вы рофлите надо мной. Ну вы рофлите. Какой-то портал. Ай! Это страшный портал. Стоп! Это я у кого-то во рту? Уфу. Ну. Ай! Фу, это никак по-другому не назовешь. Ну, бля. Ну. Ай. Ну, вот просто ай. Ай. Короче. Просто... У меня джетпак. Но он меня тпхает во времени. Я им воспользоваться не могу. Ну, а, я же мог бы в другом времени бы от них спрятать. Точно. Давайте-ка. Стоп. В этом отеле...
Видимо, силы моего джетпака не действуют. Вот. И сколько? Мы уже 15 минут тут роемся. Представляешь, Карл? 15 минут. Ладно, надеюсь, хоть этот лифт не сломается. О, он реально едет. Шо? Так. И где мы? Йо. Кто считает, что айс-нубик? Ладно. Вас уже задрало, как я говорю там о этих блэтовцах. Но если вы не играете в Brawl Stars, вы не поймете, кто такие блэтовцы. Ну ладно. Так. О! Я снимаю. Что это было? Дорогие друзья, так. Так, короче. Ай! Дорогие друзья, опять! Короче, он уже натачивает ножи. Надо зареспавнить эту штуку, зарезать ее. Ой. Окей. Я вот так прыгаю. Да, мы сбежали. Мы сделали это. И ты собрал все токены. Вау. Стоп. Так. Йо. О! Мой джет, кажись, работает. Я могу отправиться. Вы готовы, дорогие друзья?